Всем привет, с вами уже не Леонард Михаил, а уже Серсеев. В этом видео я постараюсь объяснить, почему канал был изменен. Немножечко, да. Начнем с того, что помимо этого канала у меня есть еще три дополнительных. Эндермен 2009, Redmond Crow Dead и Серый Ковировный. На каждом из этих каналов был свой контент. На Эндермен 2009 я пытался косить что-то по типу на Крипер 2004 или на Кашу, когда у меня как бы так в голову забрело то, что я хотел такое делать. Всем привет, с вами Эндермен 2009. Эй-эй-эй-эй, убили негра, смотри, убили... На Redmond Crow Dead я делаю музыку, ну, пытался. Раз в пятилетку что-то делаю, иногда туда выкладываю. Ну и, конечно же, Серый Ковировный. На этом канале я озвучиваю... Инфекции горла! Да их... Перевести! Привлекай горло номер один! 10 секунд, двигайся! Что за хуйня? И когда пациент проснулся, его письки нету, и доктора тоже! Итак, прекрасно. Убейте меня. Попрактикуемся в медицине. Медик! Уху! Я! Уху! Я в небососину! Я пули непробиваемый! Пою странные песни. Жить домов под тяжей. Вот так вот. Так что поэтому теперь канал Леонард Пинхелл будет переименован в Серсеев. Все видео всех каналов я выложу на этот канал, ну, на канал Серсеев. Ну а так, заходите в мой ТГ, заходите на мой ВК. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Леонард Клинхелл, то есть Серсеев. Леонард Клинхелл, Redmond Crow Dead, Серый Ковировный, ну и Эндермен 2009. Всем пока.